1 или 3 сентября проводить День знаний будут решать школы совместно с родительскими комитетами. Временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский предложил рассмотреть возможность переноса торжественных линеек с субботы на понедельник. Вот мне сейчас в нашем департаменте образования доложили, реакция разная, не всем родителям оказалось это удобно, поэтому я что предлагаю сделать? Отдать это решение на волю директоров школ и родительских советов. Надо сделать, кому-то удобно 1 сентября оказалось, кому-то оказалось действительно удобно 3-го. Я думаю, что пусть директора с родителями сами решат, главное, чтобы было удобно родителям и детям.